there's a cut up on me. It was hard to breathe. So lonely, wishing someone who would be. Всем привет-привет! Сегодня будет интересный влог, так как в Алматы прилетела Виктория Моисеева, знаменитая как Ковка The Cat. Завтра у нее будет мастер-класс, а сегодня мы договорились с ней поужинать вместе и идем в очень интересный ресторан. Вика захотела поесть морепродукты, и мы решили повезти Вику в Крабсбургер. Недавно мы там были на мой день рождения вместе с Вовой, я думаю, кто следит за мной в Инстаграме, видели видеоотчет. Вова решил пойти вместе с нами, так что мы будем втроем. Вика прилетела одна, без мужа. Увидимся с Викой через полчаса в ресторане. В последнее время мы пользуемся Uber'ом. Кто не знает, это такое предложение. Машина нам теперь, в общем, не нужна, очень удобно. И могу оставить промокод со скидкой. То есть, если вы введете промокод, который я оставлю под этим видео, у вас будет бесплатная поездка. Здесь прямо возле входа есть раковины, где можно помыть руки с полотенчиками. И здесь в одном лосьон, в другом гель. Да, так клево. Ну? Вики еще нет. Сказала, идет. Она решила Uber не вызывать, пойти пешком. Сейчас приедет Вики Кристина в Барселону. Здесь мы уже снимали, есть устрицы, ради которых Вика нас соблазнила еще раз прийти. И лобстеры, и крабы. В общем, вот у них устрицы здесь такие свежие. Можете выбрать, поштучно продаются. Очень полезно, особенно для мужчин. И вот такие лобстеры. Живые. Вот они. Красавчики. На мой день рождения мы заказывали большое плато. Оно холодное идет. А сейчас мы решили заказать жареное. Ну, здесь гриль. И устриц. Вот тут устрицы поштучно продаются. Я не знала, оказывается, устрицы друг от друга отличаются после вкуса. Женя пошла встречать Вику. И пока они там ходят, я сейчас все съем всех устриц. 10 устриц нам принесли. Они разного сорта. Какие-то с послевкусием цветов, какие-то с послевкусием орехов. Вот нам еще принесли горячее плато. Это креветки, мидии, там осьминоги. Ну и с овощами, и соусом. Встречу. Я все время бабушка. Я пью только в кадре. Как тебе в Алматы? Ой, очень классно. И, конечно, большая разница, потому что основная даже противоположность. Плоская степь и новостройки. И все тоже бегут, как в Москве. Но совершенно по-другому. А здесь получается провинция. Наоборот, скорее, очень, не знаю, люди общительные, улыбающиеся. Нормально. Класс. Предприимчивые. А ты, кстати, такая же, как в своих видео. Да? Одна из немногих. Обычно другие люди отличаются. А я? Ну, сложно сказать. Наверное, да. А Женя? Единственное, кто мне, наверное, не совсем такой же, это Лиза, наверное. Да? Я не видела ее. Не видела? А, вы же в разные... Лена не такая же. Лена, наверное, более... Лена такая же? Нет. Но она очень скромная. Она просто с камерой что-то все время говоришь, а в жизни она очень скромная. Очень вкусная. Нормальная, да? И очень большой. Очень-очень. Мы сейчас тестируем меню, нам сказали, что еще не совсем готово даже меню, это будут новые десерты. Это вкусно. Мой топографический кретинизм распространяется на окружающих. Мы, в общем, немножко потерялись. Чуть-чуть. Ведем Вику в отель. Возможно. Оказывается, да, название одинаково, и их 3 отеля. И нас Uber привез вначале не туда. Да, мы говорили и улицу, и дом, но не помогло. Поэтому 3,5 квартала вот туда. Кстати, может быть, он специально так и привез, да. Но он хотел уже домой, он уже с 7 утра до нуля. Да, он прям напрягался. Он нам сказал, что ноль, и как бы все. Поэтому мы идем. Ой. А ничего страшного. Ой. Может, в этих кустах я и шла. Всем привет-привет. Странно у меня получается влог. Была с Викой, должна была пойти к Вике на мастер-класс.
но не смогла, так как меня сломила просто температура. У меня началась жуткая ангина. Температура была 39,2, 39,5 даже бывало. Я терпела температуру 3 дня, ничего, знаете, такого не пила сверхъестественного, пила имбирь, малину, ну то есть чаи, естественным народным методом вылечить, но в итоге на третий день, когда мне было совсем плохо, я решила выпить антибиотик. Я суточную норму выпила, как полагается, и примерно через сутки, через 24 часа у меня началась жесточайшая аллергия, просто невероятная. Короче, неделю, вот грубо говоря, неделю меня выбило из колеи, я не могла ни снимать, ни ходить, ни убираться дома, ничего. В общем, я решила перекраситься. Иду к Рустаму, буду закрашивать свой блондин, который не хочу закрашивать, потому что он мне очень сильно нравится. Я даже сейчас смотрю на себя в зеркало и думаю, нет, не хочу, мне так нравится, я такая блондинка, я такая милая. Действительно, мне кажется, когда я светленькая, я такая милая, а когда черненькая, я такая, типа, стервозная, уже такая взрослая, взрослая женщина. Поэтому мне как-то немножко в этом образе некомфортно, потому что я еще ребенок. Самое интересное, что Вова не знает, что я иду краситься. Для него это будет сейчас сюрприз, когда я вернусь домой. Но я думаю, что он только за. Он мне всегда говорил, что ему нравится натуральная красота, то есть ему нравится натуральный мой цвет волос. Приехала к Рустамчику в салон. В тренд. Переживаю. Хотя что мне переживать, я уже была брюнетка. Мой блонд, пока-пока. Классная идея для складывания полотенец, конечно. Такая полка креативная. Я бы тоже хотела себе такую домой. И такое количество полотенец еще. Рустам наколдовал здесь, намешал. Расскажешь, что смешивал? Все буду спрашивать. Это профессиональная тайна. Но лучше всего, если вы решите кардинальные перемены все-таки с волосами, в домашних условиях точно не стоит это делать. Лучше идти к специалисту, потому что ваши волосы могут уйти в зелень, да? Да. В зелень или там сломаться, или что-нибудь Но еще. Ну, если еще неравномерно нанести, то вообще да. Пятна такие. Профессионалы в салонах никогда не используют одну краску, а они всегда смешивают несколько оттенков. Эй, детка, я теперь брюнетка. Как? Волосами. Это вот это. Нормально? Ну, мы их сегодня не портили. Несмотря на то, что они обесвечены снизу, да, они смотрятся прям как свои. Ни разу не крашены. Девственные волосы. Ну что, привет, брюнетки. Фу, я снова брюнетка. Капец, так непривычно, но оно вроде бы прикольно смотрится, не так ли? Скажите, пожалуйста. Ну, мне нравится, но пока непривычно. У меня звонит телефон. Коричневый, шоколадный, ореховый. В общем, это не один цвет, это несколько оттенков Рустам смешал. В общем, смотрится клево. Я, наверное, теперь выгляжу старше, да? Можешь блондинку вернуть? Нет, ни в коем случае. А я сейчас на кухне нахожусь. У меня здесь посылка одна есть, которую я хочу вам показать. Я половину уже съела, так сказать. Здесь, как всегда, органические продукты. Я говорила уже, что в последнее время предпочитаю добавлять все больше и больше в свою еду, в свой рацион полезную пищу все-таки, как-никак. Я не могу полностью, да, стопроцентно перейти на органические продукты, на полезную еду, да, но, по крайней мере, я стараюсь вводить ее постепенно. Знаете, вот от чего я в восторге? От физалиса сушеного. Девчонки и мальчишки, если вы смотрите, это какой-то наркотик. Во-первых, я обожаю его в свежем виде. Я могу съесть, я не знаю сколько, наверное, штук 100 за раз, если не больше.
А это в сушеном виде. Он как инжир сушеный, но не сладкий, а такой, знаете, кисло-сладкий. И кислятина такая, в плане приятная кислятина, как витамин С, как аскорбинки. Я не знаю, но это настолько вкусная штука. Еще и полезная. Здесь очень много витамина С. И вот написано, что можете добавлять в каши, можете просто перекусывать самостоятельно. Это вторая моя посылка с сайта Royal Forest. У них вот именно органика. Кстати, еще вот гранатовый соус. Это тоже просто что-то другое. Это особенный соус. Не то, что я заказывала раньше сиропы там из агавы. Они сладкие, а вот этот соус, он именно кисленький. Знаете, как будто гранат. Кисло-сладкий, я добавляла даже в салаты его. Настолько вкусный, не могу передать словами. Это темный нектар агавы, он, соответственно, сладковатый. И его на блинчики, там, в коктейли можно добавлять. Еще заказала вот кунжут, семена кунжута. Они тоже безумно полезные. Японцы их постоянно употребляют в пищу. Я как бы по мере возможности тоже везде добавляю. Могу в чистом виде там съесть чайную ложку. Могу там в йогурт добавить, в каши. И в тыквенные семечки. Они очень полезные, не жареные, ничем не обработанные. Просто чищенные тыквенные семечки. Ребята, употребляйте их тоже как можно больше. Вот. И что еще тут прикольно? Вот фундук. Второй раз уже заказываю. Это не шоколад, это кэроп. Здесь в составе какао есть и кэроп. Кэроп, он сладкий и коричневый. И напоминает шоколад. И я даю Саре. Это фундук в этом кэробе. Она с удовольствием их ест. И когда первая пачка закончилась, она спрашивала: мама, а ты мне заказала еще одну такую пачку? Мы, конечно, не съедаем за раз пачку. Я даю там 2-3 штучки за раз. Ну, в день примерно 2-3 штучки. И она с удовольствием это все кушает. А, вот, кстати, кэроп. Сам кэроп порошок. Он как какао. Я его уже открыла. И его можно добавлять в напитки, в десерты, в выпечку в домашнюю. Вот, кстати, я заказала себе какао. Какао-порошок 100% натуральный. Это, например, вот просто скажу, Сара любит Несквик, да, обычный. Когда я ей сделала на молоке вот настоящий какао, ей не понравился он, потому что она привыкла к сладкому Несквику, который не очень таки полезный. Я хочу, чтобы она вот полюбила все-таки вот это какао. Я пью с удовольствием. И хочу ее как-то приучить, и буду постепенно как-то ее приучивать, все-таки, чтобы она добровольно, это все не насильственно. Видите, это Несквик, он слаще, а дети любят, да, все такое сладкое, и ей никак не объяснишь, что это полезно, а то не полезно, и она, конечно, я объясняю, но она сопротивляется. Вот порошок Асай, он, я его добавляю везде в кашки. Кашка сразу подкрашивается, становится фиолетовой, но это меня не пугает. Гуарана тоже полезный порошочек, почитайте. Потом вот водоросль спирулина, порошок из нее. Очень тоже полезная, добавлять в смузи и так далее. В общем, такая посылочка вкусная.